Украинская детская футбольная команда попала в ДТП в Беларуси. Погиб один ребенок, шестеро ранены. Микроавтобус столкнулся с погрузчиком в Каменецком районе в Беларуси. По данным начальника управления департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, двое из шестерых травмированных детей находятся сейчас в тяжелом состоянии. Все они госпитализированы с черепно-мозговыми травмами различной степени тяжести, переломами и вывихами. Сейчас причины этой аварии выясняют.